У полковника ГШ нету денег ни шиша, хоть кокардами с нашивками блестит. Он уверенно идет, где в метро бесплатный вход, а в кармане ветер весело свистит. Можно матом по врагам, демократам и долгам, по Минфину, по Начфину и Чечне. Но пройдет минуток пять, и начнут зудеть опять мысли грустные в военной голове. У полковника ГШ на работе кореша сейф коричневый достал, чего грешить. Спирт во фляжке питьевой, кустушонки быковой, все, что нужно для израненной души. А где-то город Кандагар, и на стволе густой нагар, и вертушка над зеленкой летит. Сколько он прошел засад, сколько вывел он ребят, да из последней что-то долго не уйти, а из последней что-то долго не уйти. А он не верит ни в приметы, ни в политический карты-балет. Он нужен был в стране советов, а вот Чубайсу вроде нет. И винить-то здесь кого? Да себя же самого. Кто же думал-то, что все пойдет вот так? Что вот так ценить начнут этот самый ратный труд, и червонец превратится твой в пятак. У полковника ГШ по ночам болит душа, то ли от курева, то ли от веселых дум. У полковника ГШ нету денег ни шиша. Слава Богу, хоть остались честь да ум. Потому что, а совесть где? А совесть? Слава Богу, хоть остались честь да ум. А он не верит ни в приметы, но дома держит, зараза, партбилет. Он нужен был тогда в то лето, а вот сейчас как будто нет. Он нужен был в стране советов, а вот Чубайсом вроде нет. Да.